В России начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – выявить лучших в сфере туризма. Участвовать могут все, кто имеет отношение к индустрии, от студентов до руководителей. Наставники, именитые ательеры, рестораторы и управленцы. Победители получат гранты на реализацию своих проектов. Сегодня для туристической отрасли время не только вызовов, но и возможностей. В условиях пандемии больше россиян стали путешествовать по стране. Это отметил первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Для того, чтобы по-настоящему построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлекающимся человеком. И тогда вы сможете огромное количество людей заразить своей любовью и своей увлеченностью. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу замечательную страну, это будет очень важно и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения новых рабочих мест, но и с точки зрения вот этого важного чувства гордости за ту страну, в которой мы живем, и настоящего чувства патриотизма. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до середины января подать заявку на сайте проекта. Дальше несколько этапов. Участникам предстоит снять и представить видеовизитки своих городов и регионов, а затем пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится, будут приглашены на очные полуфиналы, после чего им предстоит защита своих проектов и финал конкурса.